Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео я покажу, как приготовить интересное блюдо, которое станет оригинальной закуской на вашем столе. Вкус необычный, кому-то оно очень понравится, а кому-то точно нет. Но тем не менее, оно достаточно оригинально. Мы приготовим креветки с черносливом в беконе. Готовить я буду с своей печи NN-CS89, но в принципе его можно приготовить и в любой другой печи. Нам потребуются отваренные креветки. Я их заранее подготовил. Мы их очищаем. Также берем чернослив. И заворачиваем креветку и чернослив в бекон. Закрепляем шпажкой. Наши рулетики располагаем на решетке и устанавливаем в печь. Приготовление идет на режиме конвекция на температуре 180-190 градусов. Приготовление занимает всего 10 минут. После завершения программы включаем режим гриль еще на 5 минут. Готовые рулетики вытаскиваем из печи. После остывания пробуем, что у нас получилось. Рулетики интересны сочетанием вкусов. Сначала пробуйте копченый подсоленный бекон. Это такой достаточно резкий вкус. После чего ощущаете вкус креветок более нежный, менее насыщенный. Рецепторы отдыхают. И после этого чувствуете сладкий чернослив. Ощущения крайне интересные. Поэтому рекомендую попробовать такое блюдо. Если оно вам понравится, уверен, вы периодически будете его готовить для праздничного стола. Еще раз отмечу, что приготовить его можно в любом духовом шкафу. Ну а я готовил в NN-CS89. Больше информации о данной печи вы сможете найти на сайте производителя и plaza-panasonic.ru. Прямую ссылку на карточку модели я оставлю в описании под видео. Ну а если этот ролик показался вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Любые вопросы и комментарии приветствуются. Спасибо за ваше внимание.